Итак, дорогие зрители, продолжаем наше прохождение игры Medieval 2 Total War за королевство Англии. Так, и у нас тут поляки пытаются штурмовать наш замок. Вступаем в бой. Так, ну что же, развернуты войска, как всегда в центре, держим обороны. Очень развитый замок, у нас 3 линии обороны. Так, давайте копейщик сначала. Отлично. Давайте на стены парочку отрядов поставим. И сюда вот лучников наших. Как интересно, особо мы застрелены коли. Они что, ты здесь коли что ли ставить? Так, дальше. Дальше у нас есть два отряда сюда. Ну там потом будем, конечно, все это регулировать, если враги вдруг начнут вызываться, то мы пусть у них со стен наших бойцов. Так, ну и конница здесь наша, рыцари Англии. Все, в общем-то, к обороне мы готовы. Начинаем битву. Я думаю, нам удастся удержать этот замок. Сколько бы врагов там не было. Во-первых, им это начинают преодолеть, пока не преодолеть. А, кстати, вот ускорим сразу, чтобы нам очень долго не ждать. Ну, то есть, чем их это хочет? Они пока будут все это преодолевать, пока все это преодолевают, они устанут уже порядком. Ну, а мы здесь нанесем по ним решающий удар. А, ворота разбили, ну ладно. Давайте. Даже можно, допустим, делать вот так вот нам. Выставить рыцари сюда вот. По флангу. Копейщик сюда по фронту. Ну, собственно, вот и все. Построились мы для атаки. Артиллерия пускай у нас пока стоит, пока не будем стрелять, пока не прорвется за ворота. Значит, сейчас мы своих здесь погубим, ну и ворота разрушим. Вот если они прорвутся, то начнем их атаковать нашими пушками, бомбардами нашими. А завершающий удар, в случае чего нанесем конницы уже. Врага там очень много отрядов. Но я все равно думаю, что же я удержу замок. Как бы оно ни было. А, они уже вторые ворота разбили, да? Ну, пускай идут. Так, а я здесь жду, а может быть, у нас где-нибудь еще. Они могут где-то прорваться, скажем, здесь не могут. Здесь навряд ли. Ворот нету, если они только стену разрушат чем-нибудь. У нас, правда, ворот есть вот здесь вот. Но здесь я не вижу врагов, здесь они даже не будут прорываться. Скорее всего, они будут прорываться через главную, то есть через эти вот ворота.
Больше у них возможностей нет. Хотя могут, конечно, обходить здесь, а не обойти. Но смысл-то от этого. Что у нас такой замок красивый. Ну, если, конечно, можно так говорить, в средневековье. Ну, возможно, кому-то нравится вот эта готика. В готическом стиле все. Узкие окна такие вот. Вот. Так, высоко забрались. Все, они уже катят таран. Уже последний. Последнему рубежу, так сказать. Наши, кстати, йомины уже стреляют. По врагу. Все, давайте. Возвращаемся к обычному режиму. Вот так. Ага, таран уже почти сожгли. 26% повреждений. Но, скорее всего, он докатится, да? Катили они уже в гору, поляки. И сейчас будут долбить наши ворота. Со стен идет шквальный обстрел противника. Опа! И здесь тоже конница стреляющие. Конные арбалетчики какие-то. Стрельцы называются они у поляков. Ну, давайте, мы готовы к вашей встрече Встречи вас, как правильно сказать, такие дорогие гости. Кто у нас? Крестьяне. Охрана полководца, польская знать. Ну, ты вообще тоже. Стрельцы. Или польская знать, наверняка не мощные. Все, разрушили последние ворота. Теперь, значит, выделяем артиллерию. И разрешаем им стрелять. Как-то они не торопятся открывать огонь. Вот их давать сюда, пока передислоцируем, конечно, будет лучше стрелять. А, на стены полезли, да? Что это? Да блин, крестьяне. С крестьянами, я думаю, рыцари быстренько разделываются. Без особых затруднений. Что они могут противопоставить вилам? То есть мечей, щитов. Представляете себе, то, что такое вилами драться против обученных рыцарей, да еще с мечами, щитами. А куда же вы без мечей и щитов, скажете вы? Ну да. Они, видите, как еще умудряются наносить нам потери. Крестьянами. Ну что? Ушки молчат, что ли? Да, пушки пока молчат. По неизвестной нам причине. Ну и фиг с ним, мы. Я думаю, все равно все пехоты, в принципе, можем справиться.
охранный полководец пытается прорваться наших копейщиков. А там еще какая-то конница. Русская знать еще. Натыкается на мощное противодействие с нашей стороны. Наши копейщики дерутся отчаянно. Враг несет просто громадные потери. По процентам уже 33% общей потери. Мы, конечно, тоже немало потеряли. 7%, но все же. Пока держимся. Они уже прорвались, да? Сквозь строй. Ладно, наши пушки молчат, тогда давайте сейчас конницу перебросим. А то есть у нас такая ситуация угрожающая складывается. Давайте, рыцари Англии, вперед. Ну, нашли время, когда стрелять. Своих же угробит ведь. Вот теперь пока прекратите огонь. Раньше надо было стрелять, а не сейчас, когда уже мы здесь завязались плотно с противником. Здесь враг продолжает упорно штурмовать наши стены. Городская стража уже пошла в ход. Давайте, его осталось немного, полководца, сейчас мы его убьем. Опа! Это все. Вражеский полководец пал в битве, теперь давайте отгоняем остальных. Барнин из Гданьска погиб в бою. Так, что здесь у них осталось? Стоп, ребята, у меня там у них копейщики, скорее всего, еще есть. Возвращайтесь пока назад. Славяне, уходи, что ли, оттуда. Не успели завязаться, смотри на них, когда все успели уже сделать. О, тут, кстати, бег уже всеобщий практически, можно сказать. Давайте наш конец попробуем сейчас нагнать. Гусары у них, посмотрим. Давайте посмотрим, что за гусары. Наша тяжелая кавалерия не оставила никаких шансов гусарам. Так, давайте вперед сразу, да, тех вон передних рядов достаем. Так сказать, на опережение. Наемные арбалетчики, ну-ка давайте-ка сразу туда идем. Это сейчас, да, они все равно все побегут, уже побежали. Так, кто у него там остановился? Городская стража, блин, это, конечно, опасно, это копейщики. Ну все равно побежали они. Давайте. Давай вперед, давай, добиваем их. Быстренько, без шума, без пыли, как говорится. Опять гусары здесь. Давайте. Вперед. Нагоняем врагов. В
завершаем дело полным разгромом, разгром на голову. Ибо нафиг нам тут поляки не нужны. Опять возвращаются. Опять гусары. 380, походу даже не тронутый, такое ощущение, что. Даже. Но это походу уже легкой конницы, скорее всего. Но они по определению гусары легкой конницы. Зажали здесь. Наша тяжелая конница довольно быстро с ними расправилась. Так, теперь смотрим, кто... А, вот у них еще сидят гусар. Разгромленные, но, как говорится, не сломленные, да? Будем посмотреть бы на них. Ну, в принципе, что здесь? Ничего примечательного такого нет. Так, конница обычная. Просто вместо мечей сабли. Ну и все. Ускоряемся. И пытаемся догнать бегущих. Понесла, конечно, наша кавалерия серьезные потери, но это ничего, мы сейчас их восстановим. Да и пехота наша понесла, в принципе, немалые потери. Для нас-то. Сколько тут у нас? 24%. Хотя четверть войск у нас. Теряли мы в бою. Но все же победили. Кстати, наш кавалерий уже получил вычки. Вот это вот отряд вообще их не было. А у этого отряда, смотрите, уже серебряный. У него было 3. Кто у нас бронз, как они считаются. Вот и все. Героическая победа. Потеряли мы, значит, 98 наших воинов пало в бою. Враг потерял 827, почти в 10 раз больше, чем мы. Это отлично. Ветеран у нас получил 2 вычки. Еще один отряд ветеран, 1 вычку. И пеший ветеран феодал у нас получили вычку. Вот эти, да? Да, скорее всего, они. Так, 1004 год нашей эры. Честно, хочу спалить. Можно, конечно, добить там как-то, наступать. Но не хочу сейчас это делать. Ну что с ними делать? Выкупить либо отпустить. Давайте отпустим, наверное. Тем более, что полякам еще нужно будет противостоять тимуридам. Пускай они лучше. Их свои силы тратят. Это сейчас вдруг бы у них денег не было бы, они все равно выкупили, все равно бы деньги не получили, а пленника казнили. Так что я думаю, правильно поступили, отпустили пленников. Кстати, там где-то дипломаты делал, хотел с поляками перемирие заключить. Так сказать, освободить им силы, по крайней мере, пока. Ибо враг у них более опасный. Это тимуриды. Их очень много, и они очень обученные.
Мне пока это не выгодно. Основные силы тьмы идут. Так, нас шводы снова атакуют. Ну да, полное положение. Понятно, что у нас там осталось. Как-то странно, вот они, кстати, отступают. Наш флот. Нет бы куда-нибудь, я не знаю, Турн Марсель или еще куда. Почему-то отступать именно к врагу. Ага. Одну армию Папа Римский уже возвращает к Риму. И у нас такая дилемма сейчас будет. Нужно будет либо штурмовать Рим наличными силами, либо мы через ход получим уже подкрепление к Риму. То есть захватили они уже, да? Сахкел. Ну, скорее всего, потому что какой-то дым или сожгли уже. Тут из-за надписи очень много здесь. За надписи не видно у нас. Ну да. А, стоп, он повстанческий стол. А-а-а. Они, походу, теперь просто столицу ищут сейчас. Они, получается, просто город берут, но продолжают двигаться дальше, потому что замок им не нужен. Им нужна именно столица, то есть именно город, поэтому вот эта вот территория. Сейчас не показывает. В общем, севернее, вот смотри сейчас по карте, получается у нас правый верхний угол повстанческой территории, значит, потому что у них была война с Русью. И также они, походу, там тоже замок, они до сих взяли, но не остались там. И поэтому тоже сейчас стал повстанческим. Они сейчас будут искать город, столицу себе. И уже от этой столицы, скорее всего, будет развиваться. Ну, Польша, в принципе, сильно приезжает, считай. Мы сколько территорий захватили у них? Я думаю, после нас такой самый мощный, наверное, уже делается вид. Хотя, другой, наверное, не сказал, что они такие мощные. Так, вот где дипломат? Где он, наверное, здесь? Посол, да. Давайте попробуем, может, говорить, может, получится у нас. Перемирие. Да они невыгодны, да ничего себе. Ну, понятно, бесполезно, тем более посол еще у нас не развитый. Польша у нас отношения лучше враждебных. Итоги хода. Так, займемся постройками пока. Дёрк тут у нас город. Что? Можно, конечно, на казарму дозорных. Ну, это все военные, но, в принципе, нафиг еще тут над военные, тем более, что фронт отсюда уже далеко ушел, так что давайте посмотрим мастерскую корабельчика здесь, будем развивать экономику, торговлю. У нас Англия будет таким островом, где будет развиваться торговля. Хотя не только Англия, но и другие города. И начнем, как всегда, мы с этих вот рубежей. Тут датские войска снова Аархус осаждают. Непонятно, что на что они опять надеются. Они как-то ходят то туда, то сюда, подводят подкрепление, они убегают в другую сторону, вот и бегают туда-сюда. Итак, Тарун, давайте кого-нибудь, может, еще кого нам сделать бы. Артиллерии нам, в общем-то, хватает. Давайте, может, что, кого? Ну, давайте завербованный копейщик, да еще отряд сделаем. И начнем переобучение.
Так, ну здесь нормально, поляки, похоже, перебрасывают сейчас все силы на восток. Здесь, я думаю, сейчас не будет пока серьезных проблем. Нужно было, конечно, занять Священную Римскую империю. Ну ладно, пускай они пока. Итак, у нас здесь вот дилемма. А что тут думать, что взмывать будем Рим и все? Я думаю, хватит там твоей армии. Это армия, давайте подведем сюда, в Болонии. Вот так вот сделаем. Нужно нам осаду все-таки снимать. Так, ну а эту армию штурмуем Рим. 10-7. Сам папа Ван Франкус стоит в обороне. Ну, я надеюсь, нам удастся победить. Давайте, может быть, что-то такое раскидаем. Так, стойте пока. Ну ладно. Давайте вот штурмуем. На что нам времени хватит. Да, помним мы все и знаем. Ну, кстати, конь здесь уже серьезно пострадал. Боях. Так, ну хорошо, начинаем битву. И в первую очередь поворотом удар наносим. А потом, может быть, еще и стены разрушим. Отлично. Ворота разбиты. Давайте по стене. Атакуем. Кто у него тут? Папская гвардия, швейцарский гвардеец. Серьезные ребята. Стена уже практически обрушилась. Опа, ну-ка. Да блин. Не вовремя не ушли. Наверное, сами поняли, что сморозили. Так, давайте артиллерию выводим сюда вот. Не тут-то было, смотрите, он все-таки умный. Так, берем, значит, всю нашу пехоту. И также лучников. Ничего себе, наша артиллерия так тут достреливает. Конечно, артиллерия дальность не то, что каких-нибудь баллист. В
Ладно, ребят, пока все равно не достанете, отмените пока стрельбу. Так, сначала пехота, конница, пока мы будем беречь. Только самый ответственный момент, мы ее бросим в бой. Или, либо когда уже терять будет нечего. Опять она убегает от нас. По всей видимости, идут в сторону площади своей. Давайте громим хотя бы вот этот отряд попался, который нам. Отлично, они бегут, теперь нагоняем их. Вперед, вперед, вперед. Так, ага, все, они нас ждут в центре города. Давайте быстрее. У них лучники здесь что ли есть, да? Стрелки. Арбалетчики, давайте по арбалетчикам. Пускай наши лучники наносят удар по арбалетчикам. Так, а конницу давайте сделаем. Сейчас мы их как-нибудь тылами проведем, чтобы нам потом нанесем ими сокрушительный последний, так сказать, удар. Я надеюсь на это врагу. Пока давайте зайдите в город. А, блин, еще один отряд не выйдет. Да быстрее, что ли. Надо уже туда нам возвращаться. У нас там уже идет битва. Не на жизнь, а за Рим. Папская гвардия налетела на наших рыцарей. Где-то на наши йомины хоть раз попали по ним. Попали, он погибший лежит один. Это для только что, наверное. Опа. Сам Папа Римский бросился в бой. Давайте бьем Папскую гвардию. Вкладываем их плотно. Делаем, так сказать, натиск. Ух ты, какие потери наши понесли рыцари. Неплохо, неплохо, Папа Римский здесь сражается. Хоть и несет потери, но мы тоже несем потери. Так, здесь осталось. Ух, здесь еще как много, 50 еще. Ага, Папа Римский пал. Но его охрана еще действует, и она еще наносит нам потери. Так, ну, пока там дерутся, нужно уже привлекать нашу конницу. Вместе с нашим полководцем. Давайте все сюда. Ибо здесь у нас уже так складывается тяжелая, в принципе, ситуация. Мы уже понесли тяжелые потери.
Так у нас тоже уже, наверное, значительное число погибших. Сколько мы потеряли? 32%. Конечно, меньше еще, но... Давайте, что там? Добили, что ли, все? Теперь давайте сюда. Давайте, пускай наш Йомин атакует Папскую гвардию, обстреливают. Так, конницы, значит, добегаем до следующего перекрестка. Давайте скорее тем это делаем. Там нашим ребятам нужна помощь. Пехоты там осталось уже совсем немного. Я думаю, все равно мы победим. Уже 73% папские войска потеряли. Так, следующий рубеж для нашей кавалерии. Давайте сюда. Да, вот нам, правда, еще удержать бы этот город потом. Ибо силы мы потратили много на его захват. Давайте натиск усилим на врага, на вражеских стрелков. Но здесь-то, в общем-то, все, да, мы здесь перебороли уже всю папскую гвардию, швейцарских гвардейцев. Кстати, топором как машут, вы видели, а? Да что тут, в общем-то, может измениться? Так, нам главное первое время придержаться, а потом сюда подкрепление перебросим кого-нибудь. Ну все, тут уже осталось. Сейчас еще наша конница несет решающий удар, хотя и пехоты бы хватило. По вражеским арбалетчикам. Расправляется, в общем-то, наша кавалерия довольно эффективно с вражескими арбалетчиками. Последние бойцы падают в битве с нами. Все, победа. Солдаты радуются, конечно. Захватить Рим — это такое не каждый день происходит. Все, Рим захвачен. Потеряли мы 242 воина. Враг потерял 300, немного больше нас. Никто из врагов не спасся. В битве папа Римский.
Так вот. Все, Рим захвачен. Ничего себе, 30 тысяч награбили. Так, ремонт. Теперь даже сейчас мы разберемся, что у нас с войсками. Перетасуем их немного, потому что это город, здесь мы никого не сможем перебучить, к сожалению. Так что остается нам только перетасовать. Так, ну что? Наверное, больше никого мы не сможем перетасовать. Так. Остальные пускай так и остаются, ладно. Давайте пока. Сейчас сделаем вот так вот еще. Хотя, в принципе, нам хватит там обороняться здесь. На оборону нам здесь хватит, в общем-то. Вернулась вон от всех в Венеции. После долгих размышлений папа римский решил, что эти люди скупили свои нечестивые поступки и предложил им примириться к католической церкви. Их земли больше не являются только для других правителей. Да не вызовут гнев папы эти грешники. Пополнились с налогами. Пускай пока обычные. Ух ты, уже сухой док можно строить. Кстати, вот он сухой док, может нам дать. Возможно, устроить казакку, на которой можно, собственно, открывать Америку. Так, надо запомнить. Пристань. Может быть, нам построить... Или давать сухой док, может быть, построим. Или торговый квартал лучше. Ладно, давай торговый квартал. Сухой док нам бы, конечно, в первую очередь в Англии, в Лондоне построить. Теперь, думаю, сюда, кстати, можно столицу перенести нам. Так, я не то нажал. Все, объявили мы это поселение столицей. Теперь это наша столица. Сразу видите, уровень общественного порядка поднялся. Ну что, папа, похоже, остался, наверное, только Неаполь, да? Хотя не может быть еще Сицилия, конечно, тоже под его контролем. Дурачок, иди, мы уже у тебя Рим взяли. Упорно пытается взять нашу Болонию, уже и армию подвели. Ну хотя, может быть, он и уйдет сейчас в последний ход. Плюс у нас остался последний ход до падения Тулузы, так что также Тони тут остался. Осталось не совсем понемножку солдат. Конечно, можно будет сейчас пойти на штурм, но зачем? Все равно через один ход они падут. Смысл сейчас туда тратиться на эту штурм. Здесь проводим ремонт. Ух ты, давайте улучшение сделаем, так, цитадель. И перебучаем наших солдат. У нас, наверное, в минусах будет следующий ход, да? Нет, у нас 9 тысяч, кстати, прибыль должно быть. Так, время у нас здесь что-то недовольство. А, мы здесь не можем агентов, кстати, делать. Давайте хоть священника сделаем здесь, наверное. И, кстати, давайте-ка мы, наверное, это что-то в Эдинбург тут. В Йорке у нас недовольство. Так, 10 штук вверх. Ну-ка, в Лондоне у нас.
Там, по-моему, что-то строится какой-то. Лондон, кстати, тоже. Ну, Лондон-то ладно, тут потому что расширение, тут, смотрите, вот. Так, здесь ванну к ширине построим, потом вверх. То есть нам еще долго, возможно, строить казавку еще очень долго. Вот на воде что ли убавим. А здесь у нас и так уже низкий. Давайте он вывернет, сейчас мы сделаем. Здесь такой отряд, как бы, что ли сказать, особого назначения будем. Будем, в общем-то, этим отрядом мы бороться с повстанцами, зачищать территорию от вот этих вот бандитских всяких группировок, которых у нас здесь развелось очень-очень много, кстати. Может быть, даже из-за них все вот это вот происходит. Уровень довольства падает. Давайте Сашу здесь еще сделаем брюги. И будем сейчас мы здесь зачищать нашу территорию от различных НВФ, незаконных вооруженных формирований. Ну, доход упал, такой развитый купец был 209, сейчас уже 4 всего стало. Вообще будет 100 у нас всего. Вот интересно, неужели да не хватает одного города на содержание с такой армии? Так, ну все, в общем-то. На этом мы завершаем нашу серию. Так, где наш флот? Что, скорее всего, уничтожит весь. Ну что, поздравляем нас с приобретением Рима. И на этом завершаем нашу серию. До новых встреч!